Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу, покажу, как сделать летающие губы, а потом вы в них становитесь. Короче, я сказала непонятно, а лучше посмотрите мой пример. А прежде чем мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в инстаграме. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится программа Zoomerang, где мы снимем и смонтируем наше видео. А если тебе интересно, оставайся со мной и увидишь, что будет происходить дальше. Включаем. Итак, ставим телефон, куда вам удобно, на штатив или перед окном. Я поставила перед окном и поставила книжки, чтобы было выше. Заходим в Zoom Boomerang. Так. Туториалы. И ищем там, где нарисованы губки. Вот. Снимать туториал. Так, на крестик. Вот, так, чтобы наши губы казались ярче, мы можем их нарисовать яркой помадой. Чтобы их было лучше видно, когда мы будем делать вот так. Думаю, так достаточно. Теперь можно снимать. Смотрите, можно поставить таймер, чтобы не было видно, что мы так нажимаем на кнопочку. Вот, таймер у нас нарисован, часики, включаем и отходим немного дальше, чтобы мы потом могли обрезать надпись Zoom Boomerang. Включаем. 3, 2, 1. Вот мы сняли. Сейчас вы можете увидеть их где-то. Вот. А теперь смотрите, здесь у нас есть вот такие вот плюсики. Эрик, ты серьезно? Это мой кот. Он решил сняться. Пожалуйста, Эрик, не мешай снимать. Нет, не надо прыгать сюда. Так, здесь у нас, как вы видите, здесь у нас есть плюсики. И вот мы можем вот так вводить и наводим на первый плюсик. Нажимаем на первый плюсик, увеличиваем, нажимаем на карандашик и обводим наши губы. Да, у меня немножко, конечно, криво получается, но потом все равно получается очень красиво. Так, вот, я обвела. Вот, нажимаем «Готово». Вот, а теперь смотрите, что получается. Вот, у нас начинают летать губки. Вот, раз, приземлились. Потом выбираем следующий плюсик и обводим тоже. Так делаем мы с каждыми губами. Но вы можете также еще обрезать и глаза, либо еще что-то, если вы хотите. Это уже все, как вы хотите. Я, например, хочу поначалу только губы, а потом можно обрезать глаза с губками. Как я... Вот так вот я придумала. Вот, вырезали, нажимаем «Готово». Получается очень круто. Следующий плюсик. Нажимаем на карандашик и вырезаем. Так, готово.
Следующий плюсик. Тоже нажимаем на карандашик и вырезаем. Вот эта вот полосочка может выбрать размер кисточки, которой мы обводим губы. Можно выбрать побольше, чтобы рисовать быстрее. Так, мы вырезали, нажимаем готово. Давайте посмотрим, что у нас получается. Получается очень круто, мне, например, очень нравится. Так, теперь вот тут вот. Если оно получается немножко размытым, это ничего, потому что получается, само видео получается очень крутым. Вот. Я ввела, нажимаем готово. По желанию губы можно сделать ярче, чтобы их было больше видно и чтобы они были ярче. Но я сделала такими, мне такие очень нравятся. Нажмем готово. Так делаем с каждым плюсиком. Вы можете также вырезать, что вы хотите, там, например, глаза, рот, это я уже говорила, либо вообще вырезать все лицо. Это как вы хотите. Полезным. Снимайте похожие видео, отмечайте меня, я буду вас лайкать. Поэтому всем пока!